Итак, всем привет, дорогие друзья. Приветствую вас на нашем канале Тугарыча. Сегодня поиграем с вами в Warface. Это рейтинговые матчи. Карта Фабрика 2.0. Обновленная, скажем таки, Фабрика. Вот новый некий вариант ее. Ну и плюсами, конечно же, данной карты является, точнее, обновленного варианта. Плюсы в том, что вам проще увидеть противника на данных, на фоне текстур именно обновленного варианта. Но, к сожалению, не все так просто, ведь Warface — это просто замечательная игра, и в данном случае у нас я словил на данной карте именно баг звука. То есть в чем заключается именно этот баг? При передвижении по карте и прочее вы абсолютно не слышите звуки бега противника. То есть противники бегают, как бы, да, вы их тупо не слышите. Слышны только взрывы гранат, там, выстрелы. Вот, и мой выстрел с моего оружия, в данном случае с Ктаром я бегаю, то есть этот выстрел, он как бы багается. То есть багается один раз, при втором выстреле багается второй раз. И я могу примерно предположить, что наговнокодили эти программисты, да. Возможно, это сложно будет, ребятки, для вас. Но тем не менее, смотрите. А, к сожалению, у нас разминировали бомбу в данном случае. Вот. Печальненько. То есть... в Warface все устроено таким образом, что если противник стреляет, и вы стреляете, вот видите, я пострелял, и у меня просто забагался звук. Звук, точнее, звук выстрела Ктара. Это очень неприятно слышать. И там вообще ничего не слышно, то есть и полнейшая жесть. Чудом я убил противника, попал ему в голову. И Серега посоветовал мне выключить полностью звук, как бы выключить и включить. И, соответственно, этот баг пропадет. Спасибо, кстати, бате. Сереге, батя 22, вот. И, соответственно, звук пропал. Но, тем не менее, как говорится, то есть противников я также не слышу. И при следующих моих выстрелах звук также может забагаться. И это очень печально, то есть играть практически невозможно. Warface всегда может отличиться какими-то замечательными багами, вот, которые, конечно же, не могут не радовать нас, грубо говоря. То есть это все в кавычках. Вот, радости от таких багов, как говорится, радости немного. Ставлю минку на спину, бегаю, все равно ничего не слышу, кидаю дым. То есть нам нужно поставить бомбу, как бы желательно, да. Кидаю гранатку на плент, на всякий случай, может там кто же пробегает. Ну и пытаюсь спину также посмотреть. Хотя неудачная позиция, надо было бы мне в какое-то другое место уйти. Вот, заходим, принимаем решение идти на другую точку, вот. У нас тут немножко иногда кто в лес, кто по дрова бегает. Ну, в общем, идем и все толпой на другую точку. Ставлю аминку сразу на плент и бегу заныкаться в данную точку. Но она как бы будет занята. Ну ладно, побегу сюда. Сидеть здесь. Все равно, ребятки, я ничего не слышу. То есть звуки шагов противника у меня не слышно вообще. То есть это полная беда. Играть очень-очень тяжело. Вот, ведь это Warface. Благо, что этот баг наблюдался только на этой карте. То есть только на этой карте вроде как можно было словить данный баг. Не знаю, что там накосячили разработчики эти в кавычках, но вот именно вот такая вот фигня здесь происходит. Пытаюсь я выйти также на размен. На вот ничего не слышу, к сожалению. Вот. Прячусь, там остается буквально мало секунд. Успеет. Ну, тут, ребятки, к сожалению, кто-то говорил не ходи, кто-то говорил ходи, короче. Ну, и в результате я просто не успел выбежать. Хотя, в принципе, нужно было действовать самому. К сожалению, вот бывает такое, что не нужно слушать игроков вашей команды, а принимать нужные решения именно самому, дабы не попасть в вот такую неприятную ситуацию, когда чувак разминировал, а я так и остался стоять. Вот, ну, опять-таки, повторюсь, звуки шагов или прочее, здесь все забагано, это просто ужас полнейший. Вот вы видели, вначале я тоже с Ктара пострелял, и звук забагался. Меня больше калило именно это. То есть ты типа пострелял, у тебя звук Ктара вот этот баган, и... Знаете, это как калит, он, короче, тебя стреляет. И второй раз я пострелял, и у меня второй раз тоже типа забагался звук. Просто великолепный Warface. Это я должен слушать вот это хозяйство, это просто жестя полнейшая. И вот это прежде всего меня, наверное, очень калило и расстраивало. Поэтому вообще там желания какого-то играть нету после таких великолепных багов. Стреляю я в противника, убил, благо звук у меня опять баганулся, опять ничего не... Ну, звуки перемещения противников, их вообще не слышно. Увидела противника, спрыгнул, но, к сожалению, вообще не попал. И
Это был медик, он меня шутнул буквально в упор, но благо звук выстрела моего оружия, он прекратился, это круто. Сегодня нельзя на МРМ играть. А в чем же проблема? Почему багается звук? Могу предположить, что если приходит информация, ну, например, от противника о том, что он как бы стреляет, у нас тупо воспроизводится звук. Причем этот звук, он как бы не идет, сколько раз выстрелил противник, столько нужно продлевать данный звук, а вроде как он типа, если чувак стреляет, то звук воспроизводится, если чувак перестал стрелять, то звук прекращается. В данном случае пытался что-то через контейнер сделать, но тупанул как-то, и, соответственно, снайпер меня тупо забрал. Остался один противник, но думаю, я с ним, наши игроки разберутся. Вот. То есть, помните, был аналогия приблизительно этого багала, она тоже иногда происходила, то есть, помните, когда вы, типа, сбивали чувака, он падал в контратаку, и звук выстрела с его оружия, он тоже багался. И вы, типа, бегаете, вы ничего не слышите, потому что там лежит чувак, он даже мертвый, его могут убить, но звук у него забаганный, типа, он там стреляет, там, что-то там стреляет бесконечно, там, да, грубо говоря, и вы ничего не слышите, это очень сильно калит и мешает. От данного бага вроде как избавились, но в данном случае он проявился в другой форме, такой некой ужасной. Благо на сегодняшний день вроде как его пофиксили, но я очень редко играю в настоящий момент РМ. И PvP именно в игре Warface меня не особо прикалывает, потому что здесь лично мое мнение, огромная некая все-таки пропасть есть между донатом и другим каким-то вооружением. То есть поясню. То есть даже вот я сейчас бегаю на Чарли, на Браво, ребятки. Я каждый день выполняю задание 100 убийств. К сожалению, здесь противник встретил на спину, но мы его тоже совершенно не слышали. И то есть я только повернулся и буквально увидел, он меня сразу убил. То есть начал дамаг он наносить мне в тот момент, когда я полез наверх. Вот. Печально, печально. Вот, и выполняя, ребятки, 100 убийств в день, дабы получить заветное бесплатное оружие, которое является полным хламом. Почему вот это бесплатное оружие? 4 варианта. Это у нас, это у нас пара за штурмовика, ребятки. Это у нас Хани Бейджер или Хани Бадгер, как его там, да, произнести, за инженера. То есть эти оружия им добавили разброс, скорее всего, как я предполагаю. То есть у Ханьки, у нее отдача такое себе, удовольствие, скажем, отдача у нее все равно ведет после продолжительного зажима, там уводит отдачу. Это очень неприятно. Ну и пара, она такое себе, то есть там добавили разброс, и раньше 2015-16 года, типа, вы стреляли, у вас патроны летели в центр прицела. Ну, видимо, опять забагался звук у меня вначале, я поэтому так его немножко вылечил на время. То есть если вы, типа, в 16 году стреляли с пары, то патроны летели всегда именно в красную точку, ребятки, в центр. Сейчас, когда вы зажимаете с пары, у него добавили разброс. То есть вы вроде навели, например, красную точку на голову противника на дальней дистанции. У вас помимо того, что присутствует ужасная отдача, как бы, да, у этой пары, там, круговая такая. При этом у вас разброс, ребятки, у вас пульки не летят именно в точную в красную точку, они летят куда попало. Короче, происходит полная беда, у меня забагался звук, ребятки, 2 раза забагался звук на Ктаре, и эти звуки накладываются друг на друга, там вообще ничего не слышно, и это просто по большей части, прежде всего, дизморалит, именно дизморалит, ребятки, то есть очень сильно, то есть вообще играть не хочется. Вот, полнейшая беда. Ну, ребята стараются, вроде бегают. Я сидел там, девчат, конечно, не ругался, но хотелось там реально матом ругаться. Вот, я чисто эфир не заполнял, про себя так сидел, думаю, че за... И вот желания, конечно, PvP играть нету в Warface. PvE — это великолепная игра, конкурентов, наверное, как PvE режиму нету на сегодняшний день. Ну, а как PvP режим такой себе, ребятки. PvP режим поддерживается, как киберспорт или прочие вещи, только для того, чтобы люди крутили донат. Если я играю, не закончил мысли, ребятки, каждый день, например, на Браво или на Чарли делаю 100 убийств за класс инженера, дабы получить это Хани Бадгер, который не такое себе, не самое лучшее оружие, типа бесплатно я его получу, да? Осталось буквально мне 3 жетончика получить, то там, ребятки, на Браво или на Чарли, на щитках и на ромбиках бывает, люди играют с донатом. Я больше скажу, бывает на галочках люди заходят с донатом. Да, они заходят именно, это прокачанные игроки с Альфа, например, да, или с Браво, с Чарли, ну не знаю, с параллельных серверов прокачанные игроки.
Они купили киви и типа на час себе кидают оружие, например. Например, берету Айрикс кидают себе на час и начинают выносить пацанов. То есть было такое на галках или прочее. И вы просто ничего не можете сделать, вы не можете ничего противопоставить этим игрокам. То есть я даже на щитках буквально вот бегаю на щитках, и есть УЗИ ПРО. То есть УЗИ ПРО, которая самая последняя, которую очень пушку тяжело открыть, она пока что имбовая, но поверьте, я так предполагаю, в дальнейшем ее что-нибудь там резанут, она такой себе станет. Вот. Не очень она станет это УЗИ ПРО, это мое личное убеждение. И смотрите, какая ситуация. Даже с УЗИ ПРО человек заходит, например, на Чарли, да, там щитки играет. Вот я щиток сейчас, да, я играю там, и чувак бегает какой-нибудь ромбик, он с УЗИшкой ПРО, и он просто в тело выносит на изи. Я же бегаю Сиг, инженерский Сиг у меня там, вроде как донат на время, и он полная какашка является, то есть там убить кого-то очень-очень сложно. Там разброс, там ужасный разброс у оружия, там, понимаете, очень тяжело противопоставить именно донату. Именно все вот эти варбаксы на время, старые варбаксы на время и прочее это оружие, ребятки, это... Ну просто вот я вот, поверьте моим ощущениям, на Браво и на Чарли я вот играл, это просто кусок какашки по сравнению с топовым донатом. Это Беретта, люди со скорпионами играли, было такое, заходил чувак со скорпионом, играл, с чего только не играли. То есть и они просто раскатывают паблик. Если игрок еще хорошо играет, да плюс донат ему закатился на вот эти, на новичков, да, то, соответственно, он всех просто раскидывает на изи. Здесь, к сожалению, по геймплею я тупанул, не успел, ничего не слышу, сразу не заметил противника. В руках у меня был дымок, хотел я закинуть дым, чтобы противник вышел, но, к сожалению, он вот вышел раньше времени и забрал моего товарища Рому и меня, грубо говоря, двоих нас распилил. А я так с гранатой стоял, как дурак. Вот, не успел ничего сделать. Звук опять-таки багается на октаре в начале. Это просто ужас, приходится убавлять звук и снова включать. И, собственно говоря, вот бегаю вот в забаганном режиме, никого не слышу, ничего не вижу. То есть пытаюсь что-то там помочь, как бы передвигаться. Вижу там игроки мои тимы рашат, как бы, но... Закинем наверх гренку, может кого-то мы взорвем, ничего не слышим, поставим на первый этаж минку, если кто-то спрыгнет сверху или что-то там, то возможно взорвется, с таким расчетом я все это сделал. Ну и стою за углом, ребятки, ничего не слышу вообще, то есть передвижение противников или прочее, вообще этого не слышно в этой игре вообще, в данном случае. Поставил здесь минку, если игрок, думаю, пройдет здесь, ну и была информация, что наш верх попытался пострелять по противнику, переместился, звук у меня баганулся, вроде ресую, там инфа прошла, тоже пострелял по трупу, у меня два выстрела ктара наложились друг на друга, и просто это, просто жесть, вы слышите это? Эту канонаду выстрелов из ктара. Ой, Серега, молодец, красавчик, разбирает здесь чувачков. Два выстрела, два ктара, которые параллельно стреляют, видимо, мой персонаж так два ктара в руки взял и, короче, зажимает и с бесконечными патронами, да? Короче, полная беда. А, кстати, у Ромы плохой пинг, не самый лучший пинг, и там тоже билиберда творится, типа стреляют, там кровь идет, и пинг, ребят, тоже в этой игре, именно вот в Warface, он достаточно сильно решает. Что же хочу сказать про игру типа Battlefield 4, там вот я вот сколько играю, например, на немецком серваке или прочее. То есть там, да, бывает иногда прям выносят, быстро почему-то убивают, но это не столь часто происходит. Но в данном случае у нас Серега просто спрятался от противника, красавчик, молодец, затащил. Противник не успел его убить, и, конечно же, что-то нехорошее напишется в чат, это обязательно, типа, а, чувак, ты там спрятался, там что-то в этом духе. Подсаживаемся наверх, вот, попытаемся отсюда отыграть. Стрельнул с ктара, что-то у меня звук пока не баганулся, то есть, но веселуха, конечно, полная. Очень неприятно вот играть, если вот такая вот тема происходит, потому что звуки, они играют роль, а если у вас тупо багается ктар 2-3 раза, ну это просто-напросто дезморалит, и это очень сильно бесит от этой игры. Кстати, хочу заметить, вот сколько я в батлу четвертую играл и прочее, самая такая игра, именно та, которая, скажем таки, именно калит нас, ну, калит пользователей и прочее, именно вот это вот Warface. То есть, если честно, убей здесь противника, то есть Warface очень сильно напрягает частенько, то есть людей, вообще игроков, там, и пираний, там, и прочие люди бомбят, кричат, ругаются, там, да.
Вот, и даже те люди, которые на Ютубе записывают неплохие видеоролики, нарезки, там, фрагмувики, да, то есть они тоже, как говорится, очень плохо бывают моментами, отзываются от Warface, о Warface, именно говорят, пойдем играть, или как задолбало, это какашка задолбала, типа в этом духе, короче. Ну и, в принципе, понятно, в чем проблема, то есть могу с своей точки зрения пояснить, что проблема именно в балансе оружия прежде всего, и не только донаты обычного оружия, именно проблема изначально в балансировке, соотношение тикрейта и урона. То есть именно проблема изначально именно в этом была, как мне кажется, и по сей день она как бы есть и всегда будет, пока Warface, грубо говоря, не уйдет в бытие. Понимаем, что противники вон с той стороны пытаются со своего респа выйти. Вот там видим еще одного 200-го, 300-го, не знаю, убили там нашего союзника. Ну и все, мы выиграли, разобрали противников. Благо у нас команда затащила. Ну а я бегал. Еще один раунд у нас остался. Ну я реально бегал, ребятки, я только в чат не ругался. Так дизмораль полная. То есть поверьте, когда багается звук, это очень-очень неприятно. Это очень неприятно, ребятки. Вот, и... это печально, что такое происходит, баги со звуками и прочие вещи, но я не знаю, чего уж там ребята налопатили, ведь нет ни на одной из карт, которые по сей день есть, по крайней мере, я не встречал данного бага ни на PvE режимах, ни на PvE картах, ни на спецоперациях, ни на PvP картах, то есть тоже на PvP ни на одной карте такой шляпы не было. К сожалению, убили здесь моего товарища, не смог я вовремя прикрыть, поскольку прятался сзади, как бы, и ничего не слышно вообще. То есть, реально. То есть, кто-то бегает, подкатывается, ничего, играете как лунатик там в этом, в костюме в этом, грубо говоря, ничего не слышите, ничего не видите. Ну, это печально. Это Warface, тут сказать, наверное, нечего, и больше всего багов я мог встретить только в данной игре. Вот такие вот дела, ребятки. Всем на этом удачи, всем пока. Пакмен, я...